С 2016 года в Юнусабадском районе столицы ведутся активные работы по строительству подземного метро. Процесс, который до этого времени проходил в туннеле, то есть под землей, сегодня вышел на поверхность, что, в свою очередь, не могло повлиять на движение транспорта и пешеходов на прилегающей к строительству территории. Как говорится в обращении, поступившем в пресс-службу хакимиата города Ташкента, через социальные сети эта остановка, которая находится на пересечении улиц Ахмад-Даниш и Янги-Шахар, является причиной многих неудобств. Наблюдая за этим перекрестком, мы действительно стали свидетелями того, что в часы пик движение транспортных средств существенно затрудняется. Этот вопрос был изучен городским хакимиатом, главным управлением Тошахартрансхазмат города Ташкента, УБДД, а также управлением по благоустройству столицы. В итоге было решено временно перенести эту остановку на дистанцию в 62 метра, которая является более безопасной. Мы приняли решение перенести остановку на более широкий участок проезжей части. Кроме того, для того, чтобы граждане безопасно добирались от старого места до новой остановки, мы организовали отдельный пешеходный переход. Данная остановка будет находиться на новом месте временно. Через нее сейчас проезжают маршрутные такси и автобусы по 26 направлениям. Так как остановка находилась на перекрестке, она становилась причиной задержки потока машин с двух сторон. В эти дни промежуточная остановка Фахрейляр Чорахасе установлена именно здесь. Пешеходный переход, организованный для удобства и безопасности как пешеходов, так и водителей, также уже начал использоваться. Ситуация намного улучшилась. Спасибо большое за то, что остановку перенесли. Из-за сужения дороги место остановки было очень неудобно, а во время осадков было еще сложнее. Очень много транспорта. Остановка стала просторной и закрытой. Спасибо. Вот вижу, вы ее перенесли поближе к нам и подальше от перекрестка. Проезд был очень узким. Сейчас очень хорошо. Мне нравится. Согласно сведениям, предоставленным акционерным обществом «Узбекистан Темир Юлляры», строительство Юнусабадской линии метро закончится к концу декабря 2019 года. До этого времени остановка будет служить безопасности водителей и пешеходов на временном месте.